Из 8 возможных кандидатов 4 самовыдвиженцы. Остальные 4 делегированы для участия в выборах местными отделениями партий. От «Патриотов России» Сергей Матвеев, от «Пенсионеров России» Николай Степанов, от ЛДПР Константин Степанов, от КПРФ Александр Андреев. Среди самовыдвиженцев – временно исполняющий обязанности руководителя региона Олег Николаев. Его, кстати, поддержали и партии «Единая Россия», «Справедливая Россия» и «Родина», блогер Юрий Шакеев, адвокат Николай Коклейкин и предприниматель Андрей Ледеменов. Обсуждали организационные вопросы и моральные аспекты избирательной кампании. Напомним, еще на встрече с представителями органов местного самоуправления было принято совместное решение всем кандидатам создать равные возможности для прохождения муниципального фильтра. Поговорка «хорошее начало – половина дела», поэтому половина успеха, наверное, вот этот момент, учитывая все это, Олег Алексеевич высказал пожелание, значит, инициативу, и мы взяли на себя Совет муниципальных образований Чувашской Республики, взял на себя такую ответственность по организации в районах мероприятий, на которых мы приглашаем, с одной стороны, это депутатов, представительных органов местного самоуправления всех уровней, а с другой – кандидатов на пост главы Чувашской Республики. График встреч уже составлен. Его раздали кандидатам. Кроме того, вывесили на сайте Центра избиркома республики. Так что ознакомиться с расписанием может каждый желающий. У многих кандидатов большой опыт участия в выборах. Не всегда положительный. Именно поэтому на первой встрече лейтмотивом звучали призывы к честности и взаимоуважению. Я намерен честно и в чистой борьбе привести нашу предвыборную кампанию и рассчитываю на взаимность от своих оппонентов. Выборы, они приходят и уходят. Но мне бы хотелось, чтобы после выборов мы могли вот так же, как сейчас, открыто посмотреть друг за другом, пожать руки, и дальше каждый из нас продолжил свой путь общественной деятельности, политической деятельности на благо жителей Чувашской Республики. Общественная палата Чувашии намерена создать группы для рассмотрения споров и конфликтов и информационный центр, который будет работать со всеми участниками процесса и СМИ. За сотрудничество выступает и Центр избирком. Те замечания, которые были к избирательным кампаниям предыдущих лет, мы принимаем. Нам надо совершенствоваться, надо развиваться. И очень важно общаться друг с другом, слушать друг друга и, самое главное, слышать друг друга. Идея договориться на берегу о своеобразном кандидатском кодексе чести участникам встречи показалась здравой и своевременной. Я с большим воодушевлением встречаю тот порядок, который предлагается в рамках проведения предвыборной кампании. Однозначно поддерживаю, и должна быть справедливая конкуренция. Эта кампания обещает быть очень конкурентной. Каждый из кандидатов имеет свое представление о том, как сделать Чувашию современнее, комфортнее, состоятельнее. У большинства уже готовы предвыборные программы. Во всяком случае, есть множество идей и планов. Важно только помнить, что все обещанное придется выполнять, отметил Олег Николаев. На мой взгляд, мы те люди, которые взяли на себя ответственность, скажем, претендовать на пост высшего должностного лица Чувашии, конечно же, должны показывать пример. Пример, прежде всего, цивилизованной, очень высокой политической культуры. На мой взгляд, это очень важно, и в силу того, что, как было правильно отмечено, выборы, как правило, это вызывает ассоциации неких не совсем правильных технологий, обмана и всякого другого подобного явления. Здесь, на мой взгляд, мы с вами можем договориться и продемонстрировать, как лидеры, вот этот тип подхода. Елена Гальперина, Павел Редков, Республика.